Парни, всех приветствуем, да. Смотрите, вы сами знаете, то, что мы на матче вас поддержать не сможем по определенным причинам. Но ни в коем случае нельзя думать, что мы не с вами. Мы всегда за вас, мы всегда за вас болеем. Сегодня матч архиважный, очень важный. И нам эта победа нужна еще больше, наверное, чем вам. И поэтому тысячи ребят, которых здесь нет, даже десятки тысяч ребят, они также желают вам победы. И поэтому, знаете, парни, я могу так сказать, что в последнее время, наверное, поводов для радости это не очень много. И вот сегодня мы как раз и себе, и нам всем, и всем людям, которые в России болеют за Локомотив, вы можете подарить эту радость действительно над таким принципиальным соперником. Поэтому, парни, мы в вас верим, только сил вам, быстрых ног, ну и, конечно же, пожестче играть. Давай, парни. Вперед! Вперед! Вперед, Локомотив, Москва! Вперед! Это очень важно. Вперед! Вперед!